Петров пост не считается очень строгим. Церковный устав предписывает воздерживаться только от мясной и молочной пищи, а по средам и пятницам также от рыбы. В субботу, воскресенье и на храмовые праздники разрешается употребление вина. Естественно, обязательным условием поста является молитва и добрые дела. Стараемся воздержаться от излишних яств, от пищи скоромной, животного происхождения. Стараемся воздержаться от прочих увеселительных занятий, например, Петров пост не разрешается проведение свадебных торжеств, венчаний.